третьей и четвертой серии русского сериала «Первый отдел», который выйдет на 17 ноября, мы увидим следующее событие. Простое дело. Шибинов и Брагин узнают, что бандит Ташкент, подручный Волковского авторитета Гаврилова, находится в Петербурге и объявляют его в розыск. Уволенный с работы Борис, решив отомстить своей бывшей девушке Жанне, устраивает бойню на складе, где та работает. После убийства переговорщика Брагин решает сам пойти на склад к Леонидову, но полковник ФСБ Бобров начинает штурм. Брагину удается спасти жизнь Борису, однако не все в этом деле кажется ему очевидным. Допросив Бориса, он узнает, что кто-то регулярно подбрасывал ему фотографии Жанны с другим мужчиной, разжигая ревность. Кому и зачем это было выгодно? Тем временем Шибинов выясняет, кому Гаврилов заказал убийство Ташкента, и устанавливает исполнителю прослушку на телефон. Узнав, что Ташкент собирается уехать в Финляндию, Шибинов приезжает на автостанцию, где Ташкента уже поджидают новые киллеры. Спасибо, что посетили наш канал. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.